Здравствуйте, вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Наталья Вячеславовна Караваева, начальник управления социального развития администрации Одинцовского городского округа. Здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Михаил Анатольевич Еремушкин, профессор, доктор медицинских наук, главный врач лечебно-реабилитационного клинического центра Юдина. Здравствуйте. Добрый день. И Снегирев Андрей Юрьевич, детский врач, психиатр Одинцовской областной больницы. Добрый день. Добрый день. Собрались мы в студии не случайно. Я знаю, что, Наталья Вячеславовна, в ваше управление поступает огромное количество обращений, вопросов от наших жителей. Давайте вот сегодня пригласили специально специалистов для этого, чтобы ответить на все вопросы. Мария, действительно, мы очень благодарны за такую возможность встретиться с нашими уважаемыми докторами. И спасибо, что вы поддержали нашу инициативу, потому что мы ежедневно общаемся с нашими жителями. Это и личные приемы, телефонные звонки, социальные сети, письменные обращения. И, конечно, тот спектр жителей, которые обращаются, он очень велик. Это и молодые ребята, и жители старшего поколения. Это работающие, потерявшие работу, неработающие граждане. Это многодетные семьи и одиноко проживающие наши жители. И общаясь вот с таким различным контингентом, мы видим, что проблемы-то достаточно одинаковые. Все сейчас находятся в состоянии тревожности за свою судьбу, за свою жизнь, за жизнь своих близких. Вот. И мы, безусловно, понимаем, что иногда достаточно просто душевного разговора с человеком, чтобы снизить вот этот высокий накал тревожности. Но не всегда люди имеют такую возможность. Но, как нам кажется, еще очень важно получить правильную помощь, правильный посыл, правильный вектор от специалистов. И, безусловно, Михаил Анатольевич и Андрей Юрьевич дадут профессиональные советы, как же себя вести, когда мы понимаем, что наш организм находится в стрессе. Как помочь близкому человеку, видя, что он реагирует на происходящее именно в состоянии стресса, в состоянии тревожности, в состоянии накала эмоций. Андрей Юрьевич, вопрос к вам. Как справиться со всем этим огромным потоком информации, которая льется на наши замечательные головы в неограниченном количестве, сохранить спокойствие, сохранить уверенность хотя бы в сегодняшнем дне и спокойно работать, учиться и жить обычной жизнью? Ну, я хочу сказать, что Селье, известный врач-психиатр, психотерапевт, он говорил, что жизнь без стресса – это смерть. Поэтому все люди всегда живут и жили в состоянии стресса. Но стрессы бывают разные. И есть стресс созидающий, положительный, да, который человек испытывает в тот момент, когда он что-то творит, делает, занимается какими-то приятными, интересными делами. Есть, конечно, негативный стресс, который разрушает человеческую психику и создает дискомфорт внутренний у человека. Да, вот с этим стрессом бороться, безусловно, нужно. А на что следует обратить внимание? Сейчас многие теряют работу по разным причинам люди. Переживают о тех событиях, которые происходят в мире и везде. И здесь важно близким обратить внимание на поведение человека, что в нем изменилось. Если его... Вот какие тревожные вот прям звоночки? Я сейчас об этом скажу. Понимать. Если человек стал более грустным, стал меньше откликаться на те действия, которые раньше он делал с удовольствием, да, это заставлять должно окружающих и близких ему людей задуматься и понять, что что-то не так, что-то неладно. Да? Это говорит прежде всего о том, что у человека в данном случае развивается депрессия. Это довольно частый спутник всех вот этих неприятных моментов стрессовых, которые окружают человека. И оставить его без помощи в этом случае нельзя. Ни в коем разе, а нужно обязательно помочь. Совершенно правильно было сказано о том, что важно выговориться. Да? И если есть такие люди, которые могут выслушать человека, с которыми он может поговорить, значит, эти люди должны обязательно его выслушать. Они должны обязательно с ним поговорить. Если выговориться не с кем, есть возможность пойти на прием к врачу-психотерапевту. Бояться этого не нужно. Объясню почему. Потому что еще в 90-е годы был принят закон Российской Федерации о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании, который позволяет больным, имеющим невротические проблемы,
любого свойства, да, наблюдаться консультативно. То есть такой человек, обратившийся к врачу-психиатру и наблюдающийся консультативно, он не состоит на диспансерном учете. И любой запрос любой организации, которая требует получения заключения специалиста о возможности выполнять ту или иную профессиональную деятельность, получает ответ, что данный гражданин на психоневрологическом учете не числится и противопоказаний для выполнения тех или иных видов трудовой деятельности не имеет. Мне кажется, что за последнее время, особенно когда появилась у нас пандемия, коронавирус, количество психотерапевтов и количество людей, которые обращались за помощью к ним или таковые являлись или не являлись на просторах интернета, это еще спорный вопрос. Позиционировали себя, да. Все-таки вот это количество людей, которые обращались за помощью, может быть, не всегда квалифицированные, оно росло. Как вы считаете, вот вы отмечали? Я не могу этого сказать, что оно росло, вот, потому что обычно то количество больных, которое обращалось, то и обращается. Ну, может быть, был какой-то незначительный рост, да? Но вы совершенно правильно сказали, что дело в том, что многие считают, что психолог... Ну, просто может, сейчас, да, там модно психолог, коуч, тренер. Да, коуч, тренер, да. То есть, этот человек якобы может помочь при возникновении, так сказать, тех или иных невротических реакций у человека. Да? Ну, максимально, мне кажется, эти люди могут только научить правильно планировать свое время. И не более того, эффективно и как правильно справиться со стрессом, это все-таки задача специалистов, врачей, безусловно, которые не просто так годами учатся в учебных заведениях. Андрей Юрьевич, ну вот прям в двух словах, что делать людям, как справиться со стрессом в домашних условиях, если не прибегая к вот, специалисту, но понимают, что вот, ну, немножко что-то я вот тут вот стрессую, ну вот сейчас там, не знаю, вот там похлопаю в ладоши, улыбнусь себе, что-то сделаю, и вот немножко мне станет лучше, а завтра я точно обращусь за помощью к психотерапевту. На ваш вопрос коротко постараюсь ответить таким образом. Дело в том, что депрессия, она бывает в классическом варианте со всеми выраженными симптомами, да? Когда видно, что у человека депрессия, когда видно, что человеку плохо, когда он лежит в кровати, уткнувшись носом в стену, ни с кем не общается, у него подавленное настроение, у него замедленность его мыслительных процессов. Да? Вот. Но есть так называемая скрытая, ларвированная, маскированная депрессия, которая внешне малозаметна. Иногда этих людей отмечает так называемый юмор висельника, когда они шутят мрачными шутками. А визуально вроде бы все хорошо, вроде бы все нормально. И чаще всего, нехорошие такие явления, как суицид, совершают именно больные со скрытыми, маскированными, ларвированными депрессиями. Поэтому если все-таки у человека развивается депрессия, то необходимо обратиться к специалисту, необходимо получить помощь. Потому что в аптеке лекарства, антидепрессант вы не купите, они все продаются по рецептам. И не надо пытаться. Это даже, раз. Да. Второе. Их достаточно большой спектр. И при каждом варианте тех или иных психических расстройств нужно специфическое лекарство. То есть нужно знать, что посоветовать. А бы что купить и принимать, там мне кто-то из знакомых что-то посоветует, кто-то где-то что-то достанет, это может пользу не принести, а может оказать существенный вред. Поэтому все-таки нужен специалист. Нельзя относиться к психическим расстройствам вот с некоторой легкостью, что вот ничего страшного в этом нет, что вот ладно, я вот сегодня там полежу, похандрю немножко, а завтра все будет хорошо. Потому что невроз – это та же самая болезнь. Ведь когда у человека температура 39, и он простыл, он же лежит в постели, он же принимает жаропонижающие средства, он же идет к врачу. Он же не говорит себе, я сегодня возьму себя за шиворот и пойду на работу с температурой 39. Или если у него давление артериальное поднялось там до 180 на 100, да, он же тоже будет обращаться к специалисту и будет принимать лекарства, и будет лечиться, не будет брать себя за шиворот и вытаскивать. Но вот когда возникает невротическая проблема, многие люди, и даже окружающие, близкие, которые живут рядом с ними, говорят, да что ты расхандрился, ты возьми себя в руки. Не надо хандрить. Не, а вот мы как раз об этом и хотели бы поговорить. Именно когда вот начальная стадия. Вот родные и близкие видят, что кто-то находится в состоянии стресса. Как вот нам действовать в этой ситуации? Ну, так вы уже сами сказали. Раз уже близкие видят, то уже проблема пошла. Значит, уже нужно этому человеку оказать помощь. Во-первых, попытаться с ним поговорить – это самое первое, что вы можете сделать. Дать возможность выговориться. И выговориться нужно не один раз.
ту проблему, ту беду, которая его беспокоит. Вот человеку, например, сообщили, что его рабочее место сократили, он остался без работы. Да, вот он сейчас сидит, он дома переживает. Жена с ним поговорила, мать с ним поговорила, брат с ним поговорил. И самое главное, чем больше людей с ним проговорят на эту тему, чем больше он выговорится, тем быстрее произойдет катарсис, очищение, отреагирование на ту проблему, которая его беспокоит, которая выводит его из состояния равновесия и заставляет его себя чувствовать некомфортно. Важно выговориться. Вот это самое главное. Человека. Разговорить. Но если это не помогает, то тогда нужно уже посоветовать обратиться к специалисту и объяснить, что в этом нет ничего страшного, что тебе помогут. Тебе смогут помочь преодолеть ту ситуацию, в которой ты оказался. Вот это самое главное. Если не получилось разговорами, если не получилось этими простыми средствами, ничего другого делать не нужно. Михаил Анатольевич, как вот в этом вопросе работает реабилитация? Если мы говорим о реабилитации, о современном понятии медицинской реабилитации, нужно сразу сказать, что 30% объема вот различных процедур, вот именно в реабилитации, должны составлять процедуры, связанные с медицинской психологией. Чрезвычайно важно сейчас, да, наверное, всегда это было, но сегодня особенно, общаться с пациентами, разговаривать. Вот в качестве примера сейчас активно развивается система школ здоровья в реабилитационных центрах. То есть регулярно, каждый день сами специалисты в отделении реабилитации встречаются с пациентами и разговаривают на какую-то заданную тему, но проводят это не в форме какой-то лекции, такой отстраненной, а именно в форме беседы. Вот это чрезвычайно важный момент общения с пациентами. На мой взгляд, даже вот проблема многих государственных учреждений в том, что они не могут пациентам в доступном языком рассказать то, что сейчас, не знаю, происходит в стране, те достижения, которые вот сейчас действительно у нас есть. Чем та же самая реабилитация отличается от наших западных коллег? Потому что такой системы реабилитации нет действительно нигде в мире. Помимо школ здоровья, которые сейчас существуют в реабилитационных центрах, на мой взгляд, сейчас чрезвычайно важно и приглашение на эти встречи священников. Священники отличаются от психиатров, от психологов. У них абсолютно разные задачи. Говорить с людьми, тем более в тяжелое время, время таких активных стрессов, на вопросы духовной жизни, для людей это нужно. Поэтому и не зря открываются молитвенные комнаты в больницах, в реабилитационных центрах. Даже в нашем центре Юдина, когда мы открывали молитвенную комнату, я сам сомневался, неужели вот люди пойдут. Действительно ходят, люди молятся, просят там ставить свечки уже в ближайшем храме. Встречаются с батюшкой нашего Перхушковского храма. То есть это действительно происходит, это нужно людям. Именно в том числе и выговориться. И выговориться на те темы, которые, может быть, они не будут раскрывать перед врачом. То есть, ну, таким образом, действительно, с человеком нужно общаться в любой стрессовой ситуации. Кроме того, существуют различные техники, упражнения, которые всегда можно использовать. Ну, в частности, это техники, связанные с дыханием. Самая простая техника – это удлиненный выдох. Допустим, мы вдыхаем на 4 счета, то есть вдох и раз, и два, и три, и четыре, и выдыхаем на счет 6, там и раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть. И вот так несколько таких вдохов, ну, они как бы сами по себе даже успокаивают человека, он начинает сосредотачиваться на этих дыхательных движениях. Рекомендуют даже такой оригинальный метод, это дыхание в бумажный мешок. То есть тот воздух, который человек выдыхает, он же им и дышит. Происходит гиперкапния, которая сама по себе, ну, убирает стрессовое такое напряжение. Ну и любой стресс, конечно же, он связан с мышечным напряжением. Мы чего-то боимся, поднимаются плечи,
человек сжимается. Сейчас очень популярное направление психосоматики, то есть связи различных заболеваний с психическим состоянием человека. И вот такие систематические стрессы, которые приводят к перенапряжению мышц, безусловно, оказывают свое неблагоприятное влияние. Для того, чтобы расслабиться, помимо традиционных средств, связанных с аутотренингом, посидеть, подумать, в том числе там, подышать, занятия йогой, то же самое, которое помогает медитативной технике. В конце концов, это массажные процедуры, которые сами по себе способны снимать избыточное мышечное напряжение. У нас, кстати, есть вопросы, которые поступили от общественных организаций родителей детей с инвалидностью. Вот мамочки спрашивают, где пройти эффективную реабилитацию детям 18+ ДЦП? Получилась такая ситуация в стране. Достаточно хорошо развита система учреждений именно для детей с детским церебральным параличом. Потом, когда они становятся взрослыми, вдруг они оказываются, никому не нужными, сами по себе предоставленными. Но все реабилитационные центры, включая там и наш центр, могут принимать этих детей. Не детей уже, там взрослых людей после 18 лет. То есть и заниматься достаточно на серьезном таком уровне. Возможности сейчас есть для этого. Андрей Юрьевич, вопрос примерно такого же плана. Где получить консультацию психолога с охраном ребенку с ДЦП тоже 18+? В отношении больных с детским церебральным параличом, я 23 года возглавлял Центр реабилитации больных с детским церебральным параличом в Москве, я могу сказать следующее, что у всех больных с детским церебральным параличом есть те или иные психические расстройства, скажем так. Да, почему? Потому что заинтересована центральная нервная система, она поражена. То есть психоорганический синдром присутствует практически у каждого такого больного. А консультацию можно получить в тех организациях, которые занимаются реабилитацией больных с детским церебральным параличом. Там в штатном расписании всех этих учреждений, у которых есть эта реабилитация, я думаю, что вот у коллеги то же самое, есть наверняка медицинский психолог в штате, который может помочь в данном случае получить эту помощь. И если этот психолог нужен в данном конкретном случае, то это так. То есть я правильно понимаю, что на территории Одинцовского городского округа есть организации лечебные, которые могут помочь в решении этого вопроса. Конечно. Как корректировать поведение ребенка с легкими психическими расстройствами? Вопрос от мамочек. То мамочка должна в этом случае с этим ребеночком прийти на прием ко мне в детскую поликлинику, записаться, я ее проконсультирую и скажу, что в данном конкретном случае с данным конкретным ребенком нужно делать, потому что общего рецепта нет. Каждый совет, он должен быть сугубо индивидуальным. Исходить из того, что с данным ребенком, в чем заключаются особенности его поведения, которые не дают комфортно чувствовать себя дома родителям и окружающим, и работать в этом направлении. Михаил Анатольевич, к вам вопрос. Как и где могут правильно подобрать технические средства реабилитации и настроить их под конкретного человека? Технические средства реабилитации – это относится к категории медико-социальной реабилитации. Есть целая сеть учреждений вообще в стране. Главным учреждением является институт имени Альбрехта в Санкт-Петербурге, который как раз занимается этим направлением, связанным с ортезами, техническими средствами. Как правило, это в системе медико-социальной экспертизы, но сегодня на себя берет отчасти эту функцию и система медицинской реабилитации, когда пациент, допустим, после операции, после инсульта, после какого-то обострения, какого-то заболевания, ему необходимы или кресло, или там ходунки, или костыли. В принципе, врач уже новой формации, он уже введен в штатное расписание реабилитационных центров, это врач физической реабилитационной медицины. То есть, по сути, этот врач, который и обязан пациенту дать рекомендации по техническим средствам реабилитации. Насколько эффективны занятия эрготерапией и сенсорной интеграцией для детей подросткового возраста? Такой тоже интересный вопрос поступил. Да. Направление социального развития. В свое время в Советском Союзе было такое направление, называется трудотерапия. Выпиливали пациенты лобзиком что-то, там даже токарные станки в некоторых реабилитационных центрах существовали. Потом это исчезло. И сегодня
это направление уже по другим названиям, как эрготерапия, оно, ну, как бы снова возрождается. Это более уже широкое, это не просто трудотерапия. Здесь значимость этих методик, которые используются в эрготерапии, имеют значение и для психологии. Потому что в эрготерапию можно относить и арт-терапию, лечение искусством, даже отчасти такие понятия, как кинотерапии, то же самое, вот эти блоки эрготерапии. Только-только сейчас вот должны утвердиться профессиональные стандарты для специалистов по эрготерапии. Но с 1 сентября 2023 года, то есть со следующего года, в каждом реабилитационном центре должен быть специалист по эрготерапии. Так что методы эти есть, их нужно использовать, и эффективность их, тем более эрготерапия всегда связана с мелкой моторикой. Мелкая моторика, движение пальцев, что-то мастерить из них, лепить, не знаю, клеить, рисовать. Ну, это руки, это, по сути, наш мозг, и воздействие на, в том числе на состояние психики, благодаря работе наших кистей, наших пальцев, всегда есть. То есть, если правильно мы понимаем, да, в домашних условиях, это, наверное, не отвернуться к стенке и переживать события, а заняться уборкой квартиры, перебиранием библиотеки, что-то сделать, заняться творчеством. И общаться с близкими, родственниками, то есть, друзьями. В принципе, рецепт у нас такой. Занимайтесь домашним хозяйством, занимайтесь творчеством, общайтесь друг с другом. Главное, не замыкайтесь в себе и в своих проблемах. В завершении интервью буквально вот несколько слов для наших телезрителей от каждого гостя. Я хочу пожелать душевного спокойствия каждому, отсутствия тех проблем, которые бы заставили обратиться к такому специалисту, как я. Вот. Ну, а если все-таки они возникнут, то не бояться и приходить. И мы поможем. А мне бы хотелось пожелать каждому найти человека, который может выслушать, который может поставить свое плечо, который поможет выйти из трудной ситуации хотя бы советом. Но самое главное, действительно, подарит вот эти вот лучики тепла и доброты для того, чтобы выйти из непростой ситуации. Сейчас время Великого Поста, и основное пожелание, во-первых, крепиться, это раз, а во-вторых, пост – это самое главное, не есть людей, постараться, чтобы вот это было именно временем милосердия, как можно более добрее относиться друг к другу и, конечно же, выслушивать друг друга. Спасибо вам, что сегодня были с нами. Спасибо за интересную беседу. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания.